Здравствуйте, светлые ищущие души. Сегодня я бы хотел поговорить с вами про сканирование, поделиться своим собственным опытом и наблюдениями. Итак, что такое сканирование? Сканирование – это сбор первичной информации. То есть мы собираем информацию о каком-то объекте всеми-всеми известными нашими способами и возможностями. Это и информация, которая приходит с помощью традиционных наших органов чувств: обоняние, осязание, зрение, слух, вкус и так далее. Так и тонкоматериальная информация, которая собирается с помощью тонкоматериальных органов чувств, которые в большом количестве рассыпана по нашей полю, по нашей ауре. И информации по тонкоматериальным органам чувств приходит гораздо больше, чем через традиционные органы чувств. И вот как раз нужно все это дело подключить, и основные ошибки, какие могут быть при сканировании. Самая распространенная ошибка — начинает вмешиваться ум. Например, вы сканируете, допустим, какой-то водоем, озеро, прекрасное изображение вам прислали и сказали: посканируй, какие ощущения у вас. Вы начинаете сканировать, и тут вам начинает приходить информация какая-то, что озеро, допустим, какого-то там фиолетового цвета, от него какой-то фиолетовый поток идет, или какое-то незнакомое совершенно ощущение. Ум тут же включается и начинает говорить: стоп, такого быть не может. Ум – это часть сознания нашей сущности, которая отвечает за то, что умеет личность вот в нашем текущем воплощении. Если вот в этом текущем воплощении мы пока еще недостаточно хорошо сканируем, то вопрос: ум чему-то может нас толковому научить? Наверное, нет. Поэтому мы своему уму говорим: ты временно отдохни, постой в сторонке и просто спокойно наблюдай и впитывай все потоки информации, которые к тебе приходят. Анализировать все будем потом. Вторая, кстати, ошибка – это преждевременный анализ. То есть информация какая-то приходит, скажем, тот же самый водоем, и пришла информация, что водоем, допустим, имеет такие интересные потоки, бархатистые они на ощупь, да, такие вот вам приходят ощущения. Допустим, какой-то поток красивый коричневого цвета, он имеет какую-то вот такую плотность, он имеет такую-то температуру, он осязание там приятное, неприятное. То есть чем больше вопросов вы зададите, какой поток идет оттуда, тем больше информации получите. И тут ум начинает анализировать. Так, ага, поток такой, такой, такой. Он начинает сравнивать с тем, что было раньше, он начинает сравнивать еще с чем-то. Смотрите, анализ – это следующий этап, уже следующий после сканирования. То есть анализировать можно накопленный объем информации, а если мы еще объем информации не накопили, не насобирали достаточно, то смысл какой? Опять ум отставляем в сторону, ум потом будет все анализировать, сравнивать и так далее. А пока просто жадно, как губка, впитываем. Очень подходит здесь состояние маленького познающего ребенка. То есть маленький ребенок, он ничего не сравнивает, он ничего не подвергает сомнению, он просто смотрит, он просто изучает, впитывает жадно, ему все интересно. И поэтому у него ум очень гибкий, и туда легко очень нужные навыки, например, сканирование, они легко пишутся. Поэтому еще одна такая маленькая хитрость: вы во время сканирования себя просто представляете маленькой девочкой, себя маленьким мальчиком, вспоминаете, как вы все раньше, вам все было интересно, абсолютно все, как вы вот так вот с отвисшей челюстью стояли, все слушали, впитывали и собирали всю эту информацию, что вам приходит. Еще одна ошибка, которая может быть встретиться вам, это успокоиться на полдороге. То есть, допустим, вы сканируете, скажем, тот же водоем или сканируете какой-то другой объект природный, и вы насобирали достаточно информации. То есть вы просканировали поле его, получили ощущение, там приятное, неприятное, большое, небольшое, плотное, неплотное, а какие ощущения внутри меня вызывает, там ощущение здоровья или наоборот какое-то неприятное ощущение, да, и все, и успокоились на этом. Нет, надо собрать как можно больше информации, еще спросите себя, что я еще не увидел, что я еще не услышал. Спросите свое высшее «Я», это точно поток информации, который от объекта идет, чтобы отсечь посторонние различные другие каналы, которые могут возникнуть. То есть постоянные вопросы к себе, к своему высшему «Я». А что еще я не увидел? Что еще? И вам начнет приходить еще информация какая-то дополнительная, начнет открываться
еще, то есть это называется выход за грань. Еще какая может быть типовая ошибка? Ошибка, что я ничего не вижу, я ничего не слышу, я ничего не чувствую. Ну, мне не приходит вообще информации. Я вообще новичок, и вот я вообще пока в сканировании ничего не умею, не понимаю. Да, но смотрите, первое, просто-напросто сканирование – это восприятие различных образов. То есть весь поток информации – это идет образами. Вполне возможно, что у вас недостаточно развито образное восприятие. Тренируйтесь. Воображение в помощь, включайте, скажем, при сканировании того же самого изображения водоемов или рощи, включите воображение, как водоем шумит, какие у него вода, какая она бурлящая, какие ощущения вам вызывает, вспомните, как вы сидели на берегу какого-то мощного водоема, там мощной горной реки, какие ощущения у вас были. Чем больше вы сейчас образов включите, вы раскачиваете свое образное восприятие, образную память. Тем больше у вас, тем лучше пойдут эти наработаются каналы, дорожки информации, и информация будет с тонкого материального плана, потом будет легче будет стекать. То есть пока вот эти каналы восприятия временно еще спят, не работают, но их можно раскачать с помощью своего воображения. Начинайте фантазировать. Лень не получается, никаких мыслей, ничего. Надо себя заставить. То есть чем больше разных красочных, пахнущих вкусно образов, осязающих, пышущих таким здоровьем, силой вы подключите, тем будет лучше. Ну вот, все. У нас в ближайшее время в наших учебных группах, в том числе в круг друзей, будет очень много заданий по сканированию. И я предлагаю всем включиться в этот труд и поработать, и достичь очень хороших результатов. Всем труда, всем света. Благодарю.